Торжественную присягу гражданина России накануне дали иностранцы, проживающие в Ангарске. Церемония состоялась в городском отделе по вопросам миграции. С 1 сентября, чтобы получить российский паспорт, иностранцы должны публично зачитать слова присяги. Шахмина Ульмасова приехала в Ангарск из Таджикистана 4 года назад. Россию считает своей настоящей родиной. Вышла замуж. И поэтому решила здесь жить, потому что у меня двое детей здесь родились. Это, получается, их родина. Я также полюбила эту страну, и поэтому хотела часть этой страны. Добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. За 2 месяца российское гражданство получили 15 иностранцев. Ваш паспорт.